Добрый день всем. Хочу рассказать немного об Алеандре. Целое лето он у меня проводит на улице, на террасе. Получает полное 100% солнце. Нету тут полутени нету. Полностью находится на солнечном освещении. Также я его держу до похолодания где-то до плюс 5, плюс 3. Он находится на улице. Окраска этого олеандра розовая. Раз в 2 года я его провожу обрезку. Вот получается, убирается до сюда. Я его обрезаю где-то 10 сантиметров от земли. Для того, чтобы была больше такая масса наросшая листовая. В этом году была прохладная весна, то есть я не знаю, что успеют они открыться, эти почки, цветы. Он сформирует он такие вот все. Обрабатываю я его препаратами как для роз, так же самое подходит и для олеандра. Подкормку провожу его осмокот, либо любое гранулированное удобрение длительного действия на 6 месяцев. Так же самое у меня есть еще белый олеандр, который я вырастил из черенка. Сейчас вам его покажу. Вот он. Который в этом году я буду его проводить обрезку. В пределах где-то 10 сантиметров, еще раз повторяюсь, 10 сантиметров от земли. Получается, это растение, вот на данный момент белый олеандр с розовинкой, это этого года, он наращивает очень быстро листовую массу и стебель сам его, видите. Ну, можно, в принципе, его оставить, получается, такой, как наподобие штампа получится. Если вот оставлять вот эти вот побеги, вот я его делал от низа, вот это его был корешок, от низа получается, я его отрезал, пустил, как бы он у меня укоренился, я его отрезал, и получается, сделал такие вот как бы 3 побега. Его можно, в принципе, вот на таком уровне оставлять, но тогда будет просто чуть-чуть низ будет лысоватый. Но в следующем году отсюда тоже нарастет листовая масса. Также хочу вам сказать, многие, вы, может, видели в садовых центрах, олеандры получаются такие штамповые. Как бы идет такая ствол и разветвление. Вот у него хорошо разветвление, точку роста я его был убрал. Думал формировать его в разные стороны, такие вот ветки. Он очень легко формируется. Но так как на зиму они у меня находятся в подвале, прохладно где-то в пределах 5-7 градусов, 10, когда как, от уровня температуры на улице. Также само хочу вам еще рассказать о том, что на лето, конечно, лучше его выставлять на улицу. Он тогда поле такое получается. Получает солнце достаточно и всего остального, то, что ему необходимо для роста. Вот такие вот на осень, если он получит прохладу, олеандр, в принципе, начинает цвести, когда прохлада наступает, очень хорошо они сбрасывают листовую массу. В том году, когда я его заносил, побольше тот куст, вот я его заносил, то получается, что резко я его занес, еще не наступила прохлада осенняя, и он начал в подвале сбрасывать листовую массу очень сильно. Тогда листовая масса наросла за этот год. После обрезки он очень быстро растет и развивается. Можно так же самое его на лето многие высаживают в почву, но это неудобно. Потом приходится его обратно погружать в емкость на зиму, как бы травмируется. Я его содержу в большом вот таком вот горшке.
он не стоит. Полив очень легкий, нетребовательное растение для содержания. Можно, в принципе, его содержать и в комнате зимой, но как бы это нежелательно для этого растения. Он должен получить такой как бы период покоя, которым в этом промежутке я его, конечно, поливаю, но не подкармливаю до самой весны. Ну, кого что заинтересовало, какие вопросы по обрезке, задавайте вопрос, расскажу, поделюсь своим опытом. До новых встреч!